Один человек погиб минувшей ночью в результате аварии на северо-востоке Москвы. 19-летняя девушка попыталась перебежать дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля «Рено» не успел затормозить. От удара пешехода выбросило на трамвайные пути. Эти кадры прислали очевидцы на наш сайт «Мобильный репортер». По улице Галушкина при движении в сторону проспекта Мира был совершен двойной наезд на пешехода. По словам очевидцев, девушка перебегала улицу в неположенном месте, примерно в 20 метрах от пешеходного перехода. В сторону проспекта Мира двигался автомобиль «Рено Меган», который сбил пешехода. От удара ее отбросило на проезжавший в попутном направлении трамвай 11 маршрута. Пешехода затянуло под трамвай. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, скорой помощи, следователи и группа дознания. Для извлечения тела прибыл тягач, чтобы поднять трамвай. Движение трамваев было полностью парализовано в течение полутора часов. Погибшей была девушка 1993 года рождения. Причиной виновника ДТП установят следствие.